Пушкиным стояли с Владимиром, вспоминаем молодость, потому что мы играли вот на таких стадионах. Я вспоминаю, в Новосибирске минус 35 выходили, даже играли 4 периода, даже шайба попала в штангу и развалилась на две части. Вот настолько был холод. И, конечно, скорости намного больше, шайба быстро летит. И потом, когда приходишь на искусственный лед, там и скорости летит. И, здесь дышит по-другому. Но это действительно хоккей настоящий. Вот он раньше был вот такой, еще с времена Гороха, наверное, там канадцы играли, и весь мир играл на таких площадках. Где пройдет следующая классика? Какие кандидаты, города, где будет следующий классик? Я знаю, что Ростов хочет, еще. Ну, мы сейчас посмотрим, где, куда поедем, но 100% будет. Насколько фактор погоды влияет? Там в Питере, например, когда играли КХЛ и сборная, может там открыть крышу? Или... Ну, почему закрывали, боялись, вдруг снег пойдет или дождик пойдет. Поэтому погода, к сожалению, в Москве и в Санкт-Петербурге неустойчивые. Когда еще дождик пойдет, конечно, лед будет совершенно другого плана. Поэтому его закрывали. Вот. А в принципе, что и Континентальная хоккейная лига, и что Федерация хоккея, Высшая лига проводит вот такие встречи. Это интересно. Просто для людей. Ну, я хочу сказать, что в Северной Америке я видел, мне люди звонили, играл Чикаго с Бостоном. Мне звонили люди из Чикаго, чтобы я им постарался билет купить. Потому что матч был в Чикаго, 100 тысяч. Был полный на футбольном стадионе. Представляете, людям интересно что-то новое, потому что все ушли уже под крышу, и вот это что-то новое, а людям нравится что-то новое, поэтому приходят. Если, допустим, Вашингтон какой-нибудь, они хотят к нам приехать в Россию сыграть, можно с ними на большом стадионе сыграть футбольном в Москве и Питере? Я бы так бы и сделал, чтобы они с удовольствием бы сыграли. Наверное, может быть, в Питере, потому что там и большой стадион, наверное. Вот. Я думаю, полный стадион будет. Вы имеете... Мы без Вашингтона у нас полный. Вы имеете в виду Вашингтон с Детройтом, да? А? Вашингтон с Детройтом вы имеете в виду вынесенный матч, да? Почему Вашингтон с Детройтом? Вашингтон пускай сыграет со СКА или ЦСКА. Почему с Детройтом? Я хочу, чтобы наша команда играла. Мы можем туда посмотреть, поехать, их команды. Скоро Новый год. Назовите три главных события 2019 года для нашего хоккея. Что самое главное для вас, с вашей точки зрения? Для меня самое главное, что развивается хоккей, что мы вошли в программу. Для нас самое главное, для федерации, создать материально-технические условия для развития хоккея. Вот. Мы завершили красную машину, подготовку молодых специалистов, молодых хоккеистов. Вот. Мы совокупно взяли все, что лучше есть в хоккее. И хоккей идет вперед. Вот это самое главное событие, что популярность растет. Вот. Поэтому сейчас 50 стадионов будет строиться в ближайшие 2-3 года. А главная цель — это 400 катков на будущее. Поэтому пока не хотел ничего пока говорить. Просто идем правильной линией по развитию хоккея. Если говорить гол года, называют Свечников, забил два подряд. Вот вы как вратарь оцените, он что такое взломал? Какой код вратарян взломал? Ну, стереотип вратаря, он расслабляет, он не видит шайбы, понимаете? Он ищет шайбу где-то внизу, и, конечно, вот этот гол, который, я помню, нам забил Финн за первый раз, да, я думал, что его 100% не будет, засчитан. Я даже был 100% уверен, оказалось, что он не поднимал выше, и по правилам нигде не написано, что так делать нельзя. Но это большое мастерство, во-первых, хладнокровие должно быть игрока, потому что в это время, как правило, бьют игрока сильно, вот, поэтому, ну, принимает за него прием. Поэтому, ну, что, я молодец, что у него такой хладнокровие, мастерство, что вот он такой финт делает красивый. Вы напутствовали ребят из молодежки, да, вот на чемпионат мира. Как вы оцениваете потенциал этой команды? Она очень интересна тем, что две суперзвезды будут работать в штабе, Ларионов и Хабибулин. Это такой интересный ход. Я в Ютубе посмотрел отзывы людей, они прямо в восторге. Люди говорят, молодцы, что так сделали. Ну, я всегда на пути даю, там и женские команды, 18 лет поехали на чемпионат. Я просто хочу сказать, видел глаза ребят, они горят. Они горят, и, знаете, у них есть желание. И в этом году у нас хороший состав. Хороший состав. Ну и у нас, я хотел сказать, группа сильнейшая. Смотрите, там практически все лучшие команды практически в нашей группе. Но будет тяжело, потому что много равных команд по составу. И американцы, и канадцы, я хочу сказать, и шведы. Будет очень сложная борьба. Но она никогда легкой не была. Но у нас есть шанс. Есть шанс. Я посмотрел по составу, по вот
тренерскому, который укрепление, которое произошло, я думаю, что опыт Илларионова и Хабибуллина сыграет свою роль. Ну и Брагин, конечно, уже профессионал, по-моему, 20-летней команды. Поэтому все, мы надеемся на успех. Последний, у меня последний вопрос я задам от себя. Я задавал его и Фазелю, и Потанину, и Худобину вчера задавал. 2020 год. Три главных хоккейных желания ваши, вы назовете, они исполнятся. Худобин, например, сказал, что там русские под флагом своим поехали. Фазель сказал, что в НХЛ на Олимпиаду отпустили. Вы, три ваших желания на 2020 год. Чемпионат мира, всякие события, какие вы назовете? Ну, наверное, первое желание, чтобы действительно Бог принял правильное решение, и суд встал на нашу сторону, потому что правильно президент сказал, надо доказывать конкретно человек, который употребляет. Не должно быть коллективное наказание. Тем более, я думаю, что Международная Федерация на нашей стороне, потому что, да, что мы чистые спортсмены, мы никогда не уклоняемся от допинг-контроля. Вот, поэтому мы надеемся, ну, молодежные юности точно у нас пройдет, а молодежные, да. Вот, ну и будем бороться, чтобы не отняли. Вот это самое главное для меня сейчас. Ну и второе главное событие, конечно, чемпионат мира. Мы давно уже не выиграли в Швейцарии, хочется, чтобы выиграли. Ну и третье, чтобы все были здоровы, самое главное. А когда будем здоровы все вместе, тогда мы можем свернуть в горы и быть победой. Молодой Аскаров, видели, наверное, его, как он играл для выставочных матчей, да? Готов стать первым номером молодежки? Ну почему нет? Дай Бог ему, давайте пожелаем ему удачи, потому что волнение сильное теперь, знаете, как на него все надеются, ему столько авансов дали. Поэтому с вами сравнить, да, кто-то новым третьяком называется. Самое главное, чтобы он справился вот с этой позицией, быть лидером в команде. Это очень сложно, понимаете. Когда я, помню, приезжал, становился чемпионом мира и приезжал на молодежную. Потому что я точно знал, что я не могу плохо играть. Как ты чемпион мира среди взрослых, если ты молодежную не можешь обыгрывать. Потому что все равно там совершенно другая шайба и по-другому летит. Скорость меньше, естественно. Мастерство у какие-то, поэтому он должен быть лидером, и если он справится с этим, тогда мы будущем действительно звездочку поимеем, да, что у нас будет звездочка такая. Но идите, все, кадр, все кадр от него зависит. Кадр, вот, Дед Мороз. Ну, ё-моё, справа такой. Погодные условия. Можно назвать это испытание для спортсменов? Ну, нет, это, я думаю, что не испытание. Испытание, когда минус 35-30, это испытание. А здесь это прекрасно, знаете. Вот именно в такую погоду это радость играть, потому что дышится легко, понимаете, вот это особое ощущение, потому что это настоящий льду, на естественном, при такой погоде, это праздник. Кадр, давайте, это ворота. Вот, товарищи, Новым годом. Здоровья. Желание загадали, все исполнится. Ну, давайте мы вместе скажем, что пожелаем нашим хоккеистам больших побед в новом году. Вот, мы будем болеть все за наших хоккеистов, за молодежных, потому что молодежная сборная у нас начинает сезон практически мировых верхних. Поэтому мы все будем болеть Новый год за нашу сборную 20-летнюю. Вот, ну а потом будем готовиться уже к чемпионату мира в Швейцарии. И давайте пожелаем в новом году нашим хоккеистам победы, а болельщикам наслаждаться его величеством хоккеем. Спасибо большое и с наступающим Новым годом всем. Да, еще в спорте без удачи никуда. Поэтому, Дедушка Мороз, я тебя желаю удачи нашим хоккеистам и, естественно, всем болельщикам настоящих сказочных матчей. Волшебных. Волшебных. Спасибо.